Еще 12 педагогов из Подмосковья смогут решить квартирный вопрос. Сертификаты на социальную ипотеку школьным учителям вручил губернатор Московской области. По словам Андрея Воробьева, участники программы получают не только свидетельство, но и полное сопровождение от поиска квартиры до сделки менеджерами Министерства жилищной политики, чтобы педагоги отпраздновали новоселье уже в этом году. Вы, получая этот сертификат, уже получаете 50% стоимости от Московской области этой квартиры. И будете платить всего лишь проценты за половину стоимости в течение 10 лет. Мы застройщиков приглашаем, говорим, что у нас социальная ипотека. И, соответственно, условно говоря, если они продают за там, 120 тысяч рублей или 100 тысяч рублей квадратный метр, то мы, соответственно, предлагаем им специальную цену для нас сделать по этой программе. И они делают скидку. Льготной ипотекой в Подмосковье с 2016 года могут воспользоваться не только учителя, но также тренеры, врачи и ученые. Претендент на участие в программе должен соблюсти ряд условий. Это стаж работы в России не менее 5 лет, в том числе не менее 3 в Московской области. Трудовой договор на срок не менее 10 лет, отсутствие в собственности жилья в регионе, а также наличие первой либо высшей квалификационной категории или ученой степени. За 5 лет соципотеку оформили более 2000 специалистов. В июле этого года сертификаты получили в том числе 2 красногорских учителя из Путилковской мозаики и средней школы Вангелова.